Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. И до Нового года у нас остается всего 3 дня. И, пользуясь случаем, хотелось бы вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всем, особенно в наше время, крепкого здоровья, благополучия в семье, хорошей, стабильной работы, зарплаты. Ну и, конечно, добра вам и вашим близким. Ну и, как вы все поняли по картинке, сегодня будет обзор спиннинга. Спиннинг называется у нас прогрессор фирмы Black Hole. Это, скажем так, из новинок 2019 года топ-сегмент. И хотелось бы сделать такой, как бы сказать, маленький, как бы сказать, правильно, наверное, подсказку, наверное, так, или сюрпризик такой небольшой. Так что не отходите от своих голубых экранов, прислушивайтесь к моим подсказкам. И обязательно пишите комментарии, и что вы об этом думаете. Это, конечно, получается даже маленький сюрпризик, потому что в планах на декабрь 2019 года это видео не было анонсировано, да, я про него ничего не говорил. И перед Новым годом я решил его запилить. Ну и давайте не будем это все долго откладывать в долгий ящик, задерживать вас. И будем сразу же смотреть. В начале заставки видео, я думаю, всем уже удалось разглядеть этот спиннинг со всеми его надписями. Чехол обычный материал, как у всего топ-сегмента существующий на мировом рынке. Вот какие сейчас спиннинги существуют. Вот за там всякие разные бабулеты. В большинстве случаев у них идет вот такой вот чехол. Даже у японцев. Сверху такой карман, клапан на липучке. Стандартные 2 секции. Ну и давайте посмотрим сам спиннинг. Так. Чехол мы отбросим сразу. Вот. Видим, что спиннинг такой весь мощный. Разнесенная ручка. Толщина комля, наверное, практически с мизинец. Не воспримите это другим жестом, что я сейчас делаю. Это сейчас скажут, нифига, тут под Новый год исполняю. Так, с торца мы видим уже есть вот такой вот баткап, что палочка топ-сегмента. Такой вот катушка-держатель с верхней гайкой, да, которую затягивает. Ну, гайка такая металлическая, мощная. Ну, то есть конкретно можно затягивать мощную силовую катушку. Многие скажут, вот она там холодная и ловля большой трофейной рыбы происходит в холодное время, и будет там пальцы примерзать, или еще там будет холодно. Ну, в такое время обычно на сегодняшний день все ловят уже в перчатках. Бывает очень много случаев, когда затягивается мощная силовая катушка, так вот нормально, то вот на ней, когда находится на верхней гайке, вот на такой небольшой пробка Ева, она там же приклеена, она же там не рушенная, да, она вот так вот чпок и проворачивается все. Это именно сделано для тех целей, чтобы русский человек, затягивая силовую катушку, не провернул там сверху находящуюся пробку или его. Ну, скажем, одним словом, для надёги. Вот, да, достаточно такой длинный держатель с таким хватом, очень четким. Здесь мы видим чуть-чуть такая как бы анатомическая тоже поверхность сделана. Самого вот этого, чтобы держать спиннинг при нагрузках, да. Ну и что я не сказал? Не сказал, это его длина. Длина его 2,44. Ну, грубо говоря, почти 2,5 метра. И тест у него от 20 до 60 грамм. Есть там, у них, по-моему, начинаются от 40 грамм и до 60. Но данная моя палочка, она до 60 грамм. Всегда была проблема у спиннингов, это последнее время перестали делать хук-киперы. Видим, что на этой модели, так же как и в Шагане, вот сделана такая проволочка для хук-кипера. Это важно. Можно
пользоваться такими хукиперами, которые на резиночке на бланк одеваются, кто-то цепляет за кольцо. Но пользовался тем и тем, и так, пользоваться за кольцо цеплять, когда ловятся большие рыбы и приманки большие, да, там 50-60 там грамм, да, то рано или поздно при вибрации в лодке кольца, оно даже не то, что выгибается, оно просто, если это однолапое кольцо, оно просто вот отсюда выдирается, да, это первое. Использование вот этих вот на резинках хукиперов, эти вот резинки, они в какое-то время тоже, когда на них висит большая приманка, они тоже в свое время на солнце, на ультрафиолете трескаются, отлетают, и, блядь, все это теряется, короче, вот. И я в свое время очень-очень думал об этом, чтобы был хукипер. Здесь все-таки удобно. Чпок, повесил. Нет проблем. Видим, что первое кольцо у нас на трех лапках. Именно на трех лапках эти вот две лапки, они не сливаются в единое целое, а они идут параллельно друг к другу, да? То есть это все-таки две раздельные лапки. И кольцо трехлапое у нас, вот. Также, что хотелось бы отметить. Второе кольцо на хлысте тоже трехлапое. Вот тут мы уже видим, уважаемые зрители, что все уже не просто так. Палка заточена под жесткий хэви-джиг, под трофейную рыбу. И прям, ну, куда уже, трофейнее, наверное, некуда. Кольца все такие модные, высшего качества. Диаметр внутренний колец, он достаточно большой, если мы видим, да. Это говорит о том, что в холодное время у вас будут минимальные проблемы при обледенении шнура и колец, да, когда вот достаточно большой диаметр. Вот, уважаемые зрители. Также, что хочу сказать, стенки бланка, они умеренные. Они и не толстые, они и не тонкие. Они, наверное, выбраны по какой-то там золотой середине, мне так кажется, вот. Давайте пока хлыст у меня в руках, посмотрим, как он нагружается. То есть вот эта прямая линия, пытаемся его сейчас изогнуть. Спиннинг достаточно мощный. Он не просто мощный, он мощнее на порядок шотгана. Видим вот такой вот изгиб. Ну, сейчас я уже палец большой сломаю. Вот тут у меня уже плоский делается, как лопата. На удержание. Ну, давайте теперь посмотрим, как он ведет себя на стыках. Стыкуем двумя пальчиками. Закручиваем верхнюю гайку, чтобы не дребезжало, не создавало лишних шумов. Блин, это просто бомба какая-то. Мощнейший удар тут, чтобы его изогнуть, это надо кистевой удар об локоть. Все как монолит. Но спиннинг живой, он прогибается. Я бы оценил его строй как быстрый. Вот. И в то же время он имеет этот быстрый строй, как многие думают, как принято в старой школе спиннинга. Там загибается. Вот все ценят по загибу вот этого, как бы сказать, кончика. Какая часть этого кончика гнется и определяется. Там строй там фаст, экстра фаст, там фаст регуляр. Но сегодняшние спиннинги, они имеют уже и более продвинутые вещи. Так что я могу сказать, вот про что я говорю. Сейчас я вам говорю. Мы имеем гнущуюся середину. Видим, да? И мы имеем уже менее гнущийся комель. Это о чем говорит, что спиннинг в этом месте не коловой, и гнется только кончик. Он по всей длине эластичный, уважаемые зрители. Ну, если так можно назвать, своеобразно. Это говорит о том, что при вываживании и при забросе все эти части бланка будут включаться как на забросе, так и при вываживании. Этим спиннингом я чуть-чуть в этом сезоне порыбачу и могу кое-что про него сказать. Была на него и поймана рыба, там таймишонок в районе 5 килограмм. Но это единственная пойманная рыба на него, и я могу сказать, что 5 килограмм вот для этого спиннинга в тесте 60 грамм, это не трофей.
Ну, вообще на Дальнем Востоке 5 килограмм – это вообще не трофей. Начнем с того, по нашим пониманиям. Ну, и чтобы многие понимали, что если кто-то купит себе такой спиннинг, будет рыбачить, то рассчитывать на него ловить 5-килограммовую рыбу, ну, чуть-чуть некорректно. Это даже не трофей. Вот. И мне, почему я сделал такой вывод, потому что, когда я его вывел, и мне приходилось, чтобы спиннинг загибался, да, мне приходилось его искусственно нагружать, чтобы рыба не ушла, пока мы там в лодке какие-то манипуляции совершали, там, что-то взять. У вас такие манипуляции тоже будут. Кто-то за подсаком, я подсаком не пользуюсь, но все рыбаки в основном пользуются подсаком. Кто-то полезет за подсаком, и в это время рыбу на поверхности нужно будет удерживать. Но вот 5 килограмм удерживать на поверхности — это вообще ни о чем. Это дым в чистом поле, вот. Можно вот так вот выразиться. Кто меня хорошо знает, те, конечно, подумали, где этот дым. Слава, смешно стало. Вот, и приходилось рыбу как бы чуть-чуть стараться поднимать из воды, чтобы увеличить ее вес, да, потому что все предметы в воде весят намного меньше, чем в воздухе, да. И приходилось рыбу чуть-чуть приподнимать, чтобы увеличился ее вес, и чтобы спиннинг загрузился и держал вот эту натяжку, чтобы не было схода. От этого 5 килограмм, это вообще для 60 грамм прогрессора, это, ну, это ни о чем. Тут, наверное, дергать надо, наверное, мне так кажется, начинать надо от семерки. Боюсь даже говорить еще о чем, чтобы вы не испугались. Вот. Это на вываживание. Но, в принципе, он делает правильную параболу все-таки, уважаемые зрители. Сейчас мы к этому ко всему подберемся. Про заброс. Про заброс. Я всегда управляю лодкой в сидячем положении. Да, мотор всегда включен. И почти всегда я делаю забросы с положения сидя, разворачивая туловище влево-вправо и с любого угла. Потому что у меня, допустим, нет возможности у людей, которые находятся со мной в лодке, которые могут и встать, и сесть, и развернуться. Мне приходится выкручиваться с положения мотора, да. И тут я, конечно, с такой длиной 2,44 и с такой мощностью испытал некоторый нюанс, даже кидая воблеры там 50, 60, 40 грамм, что просто вот так вот слегонца кинут вот так вот, пиу, нифига не проканает, уважаемые зрители. Это не тот спиннинг, который вот так вот слегонца достаточно комфортно и далеко кидает. Он кидает, да, нормально, но когда нужно делать уже заброс такой, то нужно всю вот эту вот мощь, Видимо, если он даже гнется в комле, чтобы вот это все в работу включилось, нужно, конечно, чуть-чуть его нагрузить. И когда ты его уже нагружаешь, тогда он же, фу, пушка, все. Приманка пошла там, протоку перекидывая, там, еще там до середины реки, там, то есть все уже пошло, да. Но нужно правильно прогружать спиннинг. Вот такой вот нюанс. Не думайте, что это недостатки данного спиннинга. Этот спиннинг работает очень замечательно и хорошо. Это вообще проблемы всех спиннингов с такой мощностью и с таким строем. То есть, понимаете? И мы видим, что у спиннинга не только работает вот этот кончик, хлыстик, да, включается в работу и весь бланк. Ну, давайте теперь посмотрим на видео, как я производил маленький небольшой тест и поднимал рюкзак с весом в 3 килограмма, чтобы вы посмотрели, как изгибается этот бланк. Ну вот, уважаемые зрители, вы посмотрели, уже поняли, что 3 килограмма вот так вот, сидя в лодке, ну, грубо говоря, ну, в резиновой, в ПВХшной, поднять рыбу в 3 килограмма вертикально, для него это вообще не проблема. При этом палочка делает очень правильный, идеальный изгиб. Это говорит о том, что если уже и сядет вам трофей, то
Навряд ли с этой палочки он уже куда-то, уважаемые зрители, денется. Давайте посмотрим вес этого спиннинга. О, 179 грамм. И третий замер, как полагается. Не поверите, 3 раза 179 грамм. Ну, практически 180 грамм. Скажу, для такой палочки в длине 2,44 и с тестом до 60 грамм, да, вообще вес замечательный. Для такой мощной палки это очень хороший вес, уважаемые зрители. В руке, когда я ее держу, она, конечно, как бы сказать, мощная такая, да, чувствуется, да, что, но баланс у нее хороший, и нету такого ощущения, как это были раньше спиннинги, что держать ее прям вот, ну, тяжело, да, вот, прям тяжело. Давайте посмотрим, какой у нее баланс. Катушка берется логически правильная для этого спиннинга, вес катушки. 356 грамм вместе со шнуром. Откручиваем гайку верхнюю. Вставляем. Закручиваем. Удивляемся и смотрим. Вот. Видим, что мой пальчик практически напротив бортика шпули. Вот. Очень замечательный баланс. В руке, когда берется, видите, я кисть расслабляю. Нету такого, что вау, сильного поклева кончика. Вполне себе нормально. Чувствуется такая сбитая нагрузка в районе кисти. Это очень здорово и очень хорошо нам будет помогать. При этом Twin 9 года SV4000 PG, он в своем классе уникальный, и кто в теме, знает, что эти катушки сегодня найти днем с огнем, а кто их найдет, то цена их просто космос. Вот. Помню старые добрые времена, когда я эти катушки под заказ привозил с Японии в круг с доставкой на дом за 11 тысяч рублей. Новые. Это были лучшие времена нашей современной истории. Вот, сейчас все, конечно, чуть-чуть не так, зажимает всех, со всех сторон крепят. Такое ощущение, скоро уже оденут на лицо намордник, и счетчик воздуха будет, мне кажется, и чип в жопу, вот. Мне кажется, до этих времен уже немного, вот. Нам остается, и все мы будем свидетелями этого момента. Ну, куда нам деваться простым рыболовам? Надо жить дальше. Что еще забыл сказать? Бланк такой, с матовым покрытием, с мелким вкраплением таких серебряных частиц, типа белого металлика. То есть на черном фоне отдает на свету белым металликом. Такой же бланк, таким же покрытием, был покрыт у топ-сегмента, у спиннинга Undisputed. В переводе неоспоримый. Вот. Качество сборки, как это топ-сегмент на высоте, Made in Korea, чисто корейская сборка. Что еще отметить? Сниму кольцо, чтобы не мешало, ой, колено, чтобы не мешалось. Здесь вот такая надпись есть, Skyflex. Skyflex — это на сегодняшний день продвинутый, как бы сказать, корейский припрек. Да, что такое припрек, я думаю, все понимают, да. Это уже предварительно пропитанный материал, то есть волокна графита, уже, как бы сказать, грубо говоря, в смоле эпоксидной, да. Вот Skyflex — это вот именно такой есть. На сегодняшний день самые лучшие припреги — это японские и корейские, да. Ну, может быть, американские. С американскими спиннингами я практически не встречался от этого. Ну, наверное, не буду про американцев ничего говорить. Вот. Ну, это самые такие... Skyflex — один из продвинутых корейских припрегов. То есть здесь в данной палке все, что можно, что может быть лучшее сделано в Корее, да, оно в принципе, ну вот, сделано.
и по более-менее меняемой цене, потому что если сюда ставить там катушка-держатель Fuji, кольца Fuji, то ценник там будет, ну, сразу же на порядочек повыше. Мне вот тоже так кажется, что на сегодняшний день у корейцев свои кольца и свои катушка-держатели ничем не хуже, чем самых таких крутых мировых брендов, уважаемые зрители. Так, ну, вроде бы все сказал. Тут есть еще такая маркировка, там, либры, да, то есть от 15 до 25 либров. То есть все прекрасно понимаем, это рекомендуемый шнур, 25 либров, это у нас получается, ну, даже так по скромным подсчетам, это даже, ну, 10 килограмм, то есть понимаете, да, то есть шнур можно ставить такой, блин, за, ну, 10-11 килограмм, то есть это значит нагрузка на спиннинг 10 килограмм в дугу вывозится, в принципе, спокойно должна вывозиться, да. Моя задача не была этот спиннинг при тесте подъеме рюкзака моего сломать, да, я просто показал, что как изгибается бланк, да, именно уже, как бы сказать, в статике при вываживании, и чтобы вы это все посмотрели, оценили и поняли, что 3 килограмма можно поднимать. Спиннинги эти есть и поменьше тестом, кому интересно. Кстати, кто-то в комментариях при обзоре шотгана написал, что вот как-то он там слабоватый, там не подсечешь, там или, ну, что-то в этом духе, что вот надо бы еще помощнее. Вот, кстати, это той случай еще помощней. Не просто помощнее, это прям вообще. И в то же время он живой. Также вот в линейке спиннингов Black Hole есть саботаж. Вот тут Dextrofast, тут вот вообще кол. Полный кол. Я к чему-то говорю, что в линейке спиннингов Black Hole можно выбрать нормальные спиннинги в любом именно диапазоне, в этом достаточно мощном именно любого строя. Там самые коловые это у нас получаются саботажи. Потом уже такой тоже более-менее идет по строю такой помягче. Это уже прогрессор и еще помягче это уже шотган. Да? И все они хорошо ассоциируются с линейкой шимановских катушек. Кстати, забыл показать. Давайте посмотрим, какой у нас вход с катушки. Первое кольцо. Достаточно большое расстояние мы видим с небольшим таким углом. Честно, конечно, скажу, я это уже пробовал. Не скажу, все тут в порядке. Ну, вам же все равно надо показать. Кто-то не поверит, скажет. Вот не показал. Значит, вот что-то тут не так, что-то не эдак. Вот, давайте посмотрим. Вот, видно, я думаю. Прям идеальнейшее очерчивает диаметр шнур при вращении. Смотрите, вообще прям четко. И мы видим, выставлено так, что никаких вот этих вот, ну, критических углов входа, да, никаких тут вот критических углов входа просто нету, да? Ну вот, шнур входит тут прям четко, нету вот каких-то таких углов. Я вам уже сказал, спиннинг, когда такой кидать, да, нужно все-таки, если вы хотите кинуть куда-то подальше, нужно, уважаемые зрители, его как бы прогружать. И только тогда он будет пушкой. И тогда, несмотря на его длину, когда вы прогружаете вот такой вот интересный бланк, да, который все-таки мощный, но гнется по всей длине, все это включается в работу, нагрузили, прогрузили, и он кидает. Несмотря на свою такую вот незначительную длину 2,44. Вот. Вроде бы все показал, рассказал. Спиннинг я покидал, рыбку половил. И если вы там, вернее, если в следующем году, уважаемые зрители, будет у нас хорошая, благополучная погода, да, и хороший уровень воды на Амуре, то я обязательно попробую порыбачить на него джигом в большую ауху, да, потому что, в принципе, ауха это примерно, ну, и у нас и судак уже большой, кстати, есть.
Вот. На 6 килограмм люди ловят уже судака в море. Ну вот, ауха точно примерно из той же оперы, которую нужно просечь с такой мощной костяной челюстью. Ну и не только, много-много интересных рыб. Так как спиннинг не длинный, то если в случае жесткой необходимости вас приспичить что-то там, подергать, поотвичить какой-то там джерк там дернуть, я думаю, им это тоже можно сделать. Вот. Спиннинг, конечно, заточен под джиг, но он и с таким интересным строем, что по всей длине бланк гнется, можно его применить для всяких мощных рыбалок, все, что связано с ловлей больших крупных рыб, то есть трофейной ловлей. Ну вот, уважаемые зрители, обязательно, еще раз делаю подсказку, обязательно пишите комментарии в этом видео. Не просто так, перед кто досмотрел до конца, даю вторую подсказку. Не просто так перед Новым годом был снят обзор данного спиннинга. А, кто понял, давайте, пишите. Ну, мое видео подходит к концу. Еще раз с наступающим вас, всех уважаемые зрители. Все, кому понравилось, прожимайте бодрейшего лайка. Подписывайтесь на мой канал. Ну, а мне пора заканчивать видео. До свидания, до новых встреч.